привет! Эй, ребятки! Телеканал «Амазин» сегодня здесь вместе с вами. Кроме того, сегодня вместе с вами резидент радиостанции «Европа Плюс» МС Игорь Ковальский и наш мешап-мастер диджей Сенсей. Я и наши зрители вечера сегодня все готовились, заряжались с напитками, и самое время сейчас. Праздником тебя! Во-вторых, сегодня я слышал, что ходят толпы пьяных женщин, обмазанных шоколадом, с цветами наперевес. Они разбивают бутылки с духами об голову и кричат: «А ты рожал?» «А ты рожал?» Вот, я нашел такую женщину. Скажи, чем женщины реально лучше, чем мужчины? Вот чем? Блин, глупый вопрос. А? Тем, что у нас есть 8 марта, а у вас нет. Блин! Можно вас на секундочку? На самом деле я поклоняюсь, я даже на колено встану. Я всегда мечтал 8 марта получить девочку на шторах. Толпа этих пьяных женщин будут безумно счастливы сегодня и день, и я надеюсь, вечер удастся у всех. Скажи, а чем реально женщины лучше, чем мужчины? Вот чем? Обоснуй. Я не хочу говорить, кто из них лучше, а каждый хорош по-своему, поэтому всем счастья, всем любви. Пане сенсею, а що ви зараз робите? Ви міксуєте? А що буде, якщо натиснути? Я рисую. А що буде, якщо натиснути на цю кнопку? Ось, значить. Дивіться. Ось як воно працює. Клас. Я зрозумів. Діма, чи я в тебе наче ці губна помада? Так? Скажи, что мужчина женщине по жизни должен? Вот как ты считаешь? Я думаю, мужчина женщине должен очень мало. Это внимание. Вот тебе твоя улыбка нравится. Самое круто!
четырех днем солидарности всех мужиков, которые бегут за подарками, за цветами, моют посуду и наконец-то выносят елку из дома. Спасибо! Взаимно! Ты давно елку вынес из дома? Давно! Если честно, ничем не лучше. Нормальный первый день. Нет, ну это объективное мнение. Мужчиной быть намного проще и лучше, чем женщине. Рыжая женщина – друг человека. Ты понимаешь, когда ты мужик, у тебя волосы везде. Ты понимаешь, когда ты мужик, тебе глубоко пофиг. Какие у тебя ноги, какая у тебя грудь, ты просто офигенный и все. Какая музыка здесь, в Херсоне, на юге Украины, разрывает больше всего? Знаешь, музыка, которая играет во фрирайд-баре, но это реально круто. Сюда приезжают самые-самые-самые, что есть, обалденные диджеи, MC, которые показывают достойный уровень. И главная европейская музыка, которая реально разрывает нас. Поэтому, друзья, всем спасибо, вы красавцы!